безопасное положение. Уэфотов. Яшин тоже может выручить команду. Выручать команду он умел лучше всех. На счету легендарного вратаря 20 века Льва Яшина более 200 сухих матчей. Черному пауку, такое прозвище он получил за технику и цвет экипировки, исполнилось бы 84. Все то же самое, как у футболистов. Щитки, бутсы. Единственные перчатки для вратарей. Вратарь – половина команды. Исход игры зависит даже от его настроения, уверен голкипер клуба «Сокол» Александр Храмков. Он начинал карьеру на поле, талант вратаря разглядел тренер. Железная выдержка на воротах – главное. Психологически устойчив должен быть, потому что основа команды, последняя линия, от него большая часть зависит. Нас учили с детства – пропустил, забудь и играй дальше. Под его воротами более 2 метра воды. В водном поле голкипер должен быть всегда на плаву. Сильные руки, ноги и большие легкие. Отбить мяч в бассейне сможет не каждый, уверен Владимир Арапов. В водном поле является проблемой то, что нет опоры. То есть нужно пользоваться руками и ногами, чтобы отбить тяжелый мяч. Лучшая защита – нападение. Известную пословицу некоторые голкиперы понимают буквально. И сами забивают голы. Так на счету бразильца Роджера Сени более 100 мячей. А кто-то открывает в себе и другие таланты. Gangnam Style. Алексей Молчанов, Алексей Видин, Александр Кравченко, Алексей Чудин. Новости «Телеобъектив».